приветствую всех на канале компании Adoor. Мы сняли новое видео, надеемся, оно будет интересным и полезным для вас. Буквально недавно автозавод ГАЗ запустил производство микроавтобусов «Газель Next NN», и вот уже новая машина прибыла к нам в техцентр для установки реечного электропривода двери «Кайман» в комплектации с приводом замка и сенсорной кнопкой. О преимуществах привода «Кайман» мы неоднократно рассказывали в предыдущих видео, а многие клиенты уже приобрели привод и знакомы с ним не понаслышке. Сегодня мы покажем основные этапы установки привода. Начнем! Вначале необходимо оценить, требуется ли регулировка двери. В нашем случае регулировка не требуется. Следующим этапом мы снимаем обивку и начинаем прокладку основного жгута проводки. Сейчас механик этим занимается. Очень важно зачистить лак-красочное покрытие для надежного контакта провода массы вот в этом месте. Как раз он протягивает сверху дверного проема. Осуществляем фиксацию жгута лентой. Выводим жгут к правой передней пассажирской двери. Сейчас мы подсоединяем электропривод к контроллеру. Приступаем к монтажу опоры. Устанавливаем опору. Устанавливаем усилитель стойки. Он необходим для предотвращения возникновения трещин в задней стойке дверного проема.
Сейчас мы подгоняем обивку под опору и под провод привода. Для установки привода замка мы приступаем к демонтажу обивки двери. Устанавливаем привод замка двери. Это важный элемент комплекта привода, ведь помимо надежного запирания двери на штатный замок, он обеспечивает возможность аварийного открытия двери снаружи. Приступаем к установке контактной группы. Устанавливаем рейку. Ставим закладную. Закладная необходима для усиления металла в двери в самом нагруженном месте. Устанавливаем механизм привода на рейку. Устанавливаем ограничитель хода механизма привода.
установке электропривода мы не вмешиваемся в штатную проводку автомобиля. Прокладываем свой жгут проводов. Для подачи питания на привод необходимо наш жгут подключить к штатному блоку предохранителей. Кнопки выходят 4 провода, желтый, черный, красный, зеленый. Черный подключается к черному жгута основного. Зеленый с кнопки подключается на желтый с синей полоской. Красный от кнопки подключается на синий, на плюс от аккумулятора. Так, осталось желтый, четвертый провод, подключается на желтый от зажигания или АЦЦ. Желтый провод и синий, это два дополнительных провода. Все. У Газели Next NN обновленная современная панель приборов, для которой мы предлагаем не менее современную сенсорную кнопку управления приводом. Такая кнопка отлично вписывается в дизайн панели, обладает индикацией работы и имеет практически неограниченный ресурс. Привод установлен, делаем первый запуск. Комплект привода Кайман установлен и полностью готов к эксплуатации. Передаем автомобиль клиенту. Если у вас возникли вопросы или требуется консультация по установке привода, оставляйте комментарии к этому видео или обращайтесь в отдел сервиса нашей компании. Всем пока!